Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаем разбирать корабли в Shipbreakers. И таки да, эта штука не сохраняет прогресс, если выходишь посреди разборки корабля. Поэтому я взял еще один такой же корабль, ну почти такой же. Очень похожий. Шлюз у него один, а не два как там. И разобрал его, ну примерно того же состояния. Движки только не снял. Но решил, что движки как-нибудь насели с него. Вот, потому что я надрал тут вот... данных. А их же надо зачитать. Нам же интересно, что там пишут. Внутренняя переписка. Хорошо. Ну ладно. Зачитывать она не будет, ну и ладно. Так, новый джингл. Привет, ребята. Я тут отдыхаю на Марсе, решил немного повеселиться. Зашел в один бар и познакомился с местной группой. Заплатил им 50 кредитов, чтобы остались после закрытия бара, и кое-что для меня записали. Сначала звучит приторно, но мне кажется, в этом что-то есть. Я думаю, когда всякие работяги на орбите ее услышат, то сразу ностальгии накроют. Как раз выполнили цели по продажам. Даже жалко их, бедняги. В общем, послушайте, дайте знать, как она вам. Файл в оттаче. А где файл? А, вот это, наверное, да? Пойдем посмотрим. Блин, если будет музыка, если YouTube ее забанит. И... нет, это боссман некий. Имидж. Ну, котеечка, естественно. Что еще может быть? Причем вы так хреново вырезаны в фотошопе, смотрите. Ладно. Concrete. Бетон. Concrete. Бетон. Бетон. Ты где, чучело лохматое? Никогда не берите котят в космос. Я вот взяла, потому что я дура набитая. Бетон, вот ты где, что тут делаешь? Боже, тут все заболевал, так хорошо. Кто у нас проказник? Ты, да, ты. Да-да, ты у нас проказник. Ну, котяра довольно милый, кстати. Легко сплющили, по-моему, в длину. Кто у нас лохматый проказник? Бетон, кто тут... кто должен себя хорошо вести? Бетон. Кто будет выпрашивать еду, а потом опять все, видимо, заблюют. Бетон, кто же еще? А что, у кошек с вестибулярным аппаратом все хорошо. Надо бы с доктором посоветоваться. Может, котов укачивает в космосе? Так, ладно. Назад, назад, назад. Погнали. А назад могу? Я на снаряжение решил посмотреть. Вот, вот. А, нет. А хотя 600 с чем-то, что нет. Гарпун служебный. Во, сила толчка, улучшение. И есть. Погнали. Но мне это надо. Я, собственно, хотел починить вот это вот. Нажал улучшение, но починить. Что-то я на 60 ран чиню, да? Продолжаем утилизацию. Погнали. Так, все нормально, все нормально. Вон висит эта зараза, вон от нее утягивает морду. Все в принципе хорошо. Я решил, да, морду сначала забрать. Вот тут у меня... немножко проблемы. Я рубанул эту штуку. В общем, я пытаюсь отрубить от нее мостик. Мостик рубится хреново, потому что там в нем что-то внутри есть. Давайте мы эту проблему решим. Вот шлюз вырубленный. Давайте срубану, а тут забуду. Давай туда, молодца. Вот. Морду разберем, а потом к корме перейдем. Я пока не трогаю ни реактор, ничего. Я реактор повернул, заюзал ключик. Больше пока ничего не делаю. Такого предосудительного ничего не делаю. Аккуратно пытаюсь все это замучить, потому что, ну, блин, хватит взрываться-то. Ну и, видимо, да, если будет материала больше, чем на серию, я просто потом вторую серию сразу запишу и все. Так, это что? Это СЖО какое-то, да? Смотрите, он выдергивается. А это фонарь, здорово. Хорошая дыра тут образовалась. Что-то как лох вокруг шел. Не знаю. Так, где я пропилил? Я, видимо, тут и пропилил все, да? Пофиг, отцепись.
Где я рубанул-то? Вот это что ли? Мне кислоту рубанул. Туда давай. Так, ну смотрите, дыра. Тут ничего не мешает. Тут мешает. Туда. Это все мешающее. Тут ничего, там ничего. Все, отделил. А теперь у нас проблема в чем? Если эту штуку я утащу, то у меня все пропадет. Все счастье. А мне надо все вот это вот как-то утилизировать. Так, давай сюда. Туда. Ой. Так, свет включись. Или выключись. Я включил свет, да? Включил. Просто его загораживать частью. Вообще надо отрубать там впереди. Я далеко отрубил. Но хотя, стоп. Давай посмотрим. Нет, ну он уходит под эту. Тут никак. Слушайте, а давайте это как-то дело вытащу, потому что иначе бардак получается. Вон они улетают. Складская ячейка. Пошла складская ячейка. Блин, тут все вообще. У меня в печь уже опять улетел кусок. Кажется, что хочешь делай, но оно улетает. Как ни пляши. Так, туда. Вон наш кусок. Туда. Так. Ну, вот вроде немножко налаживается. Чуть-чуть разгреб это все. Ай, стоять. Самого колбасит, штуку колбасит. Ай, не то, вот так то. Пошел. Че пищим? Все есть вроде. Так, ты в печь. Пошел утиль в печь, но он не в тебе печь пошел, ну и пофиг. Так. Далее, эта штука оторвана. Вроде. Вроде оторвана. Давайте я ее вот туда подтяну. К этому ежику. Хрен-то там, смотрите. Не идет. На чем держимся? Тут я отрубил. На балке. Балку тоже тебе рубануть надо, и нафиг ее уже. Ползет, смотри, ползет. Так, балка в процессор. Пошла. Тут болтаться. Ушел. Так, прекрасно. Вот. Вот теперь все проще гораздо. Наверное. А может быть. Сейчас узнаем. Так. Регулятор атмосферы. Давайте я выну. Регулятор атмосферы. Ну, в принципе, да, вот там. Вот туда куда-то можно кидать это дело. Блин, мне бы еще разобраться, где здесь что. Так, оттуда все, это дыра назад ведет. Эта дыра ведет вперед, тут ну, еще есть вот такую вот штуку, можно выковырять. Там баража, там не баража. Баража, баража. Пом, пошел туда. Блин, я тут кручусь, у меня... Я в пространстве перестаю ориентироваться, когда так кручусь. Что нам еще отсюда надо выдрать? Отсюда все надо выдрать. О, какого дергало. Давайте. Кресло. Ну, у меня кресло, по-моему, не надо. Да? Я имею в виду, по заданию не надо. Так, может, надо. Долго все, черт возьми. Пойду за кислородом. Салвич секьюрит, конечно. Проблема в том, что все очень долго. Там еще куча терминалов компьютерных. Вот терминал компьютерный нужный точно. Дальше. Так, обратно. То есть так бы эту морду, конечно, утащить и все, и в расход ее, но...
Там пилотская кабина, а у них до хрена всякого. Тут можно вот эти вот штуки. Лампа. Ну, лампу на баржу, да. Лампу на баржу, да. Что мне еще за это дали? Можно вот это еще отрубить. То есть это алюминий, который тоже, в принципе, куда-то пригодился бы. Мне да, проще было всякое выкидывать, наверное. Печь пойдет у меня сейчас. Так, хорошо. Это бы повернуть бы. Левым бортом вниз. Чтобы было легче. Но черта с два. Это некрутибельная штука. Так. Ну, большую всю фигню поверну. Про это. Все так с каждым приходится выходить и кидаться им. Не очень хорошо, я предпочел бы потрубать тут что-нибудь. Давайте попробуем потрубать. А, мне же только угловые балки убрать нафиг. Оно развалится, правильно. И у него пол пропадет. Я смогу вниз все выкидывать. Так? Нет, не так. Ой, ни хрена не так. У него еще дофига всякого. А что не так-то? О, пошло. И в печь нафиг. Ой. Что там еще? Вот эти кусочки. Давай туда. О, печь как пылесос пиздачит. А вот этот не может. Странно. Вверх и вниз только можно, да? Ну ладно. Все вынуто. А, ни хрена. Ну и ладно, почек. Сейчас компы вытащу и в переплавку всю эту дрянь. Не бейся компом, не надо. Так, блин, еле вытащишь отсюда оттуда. Так, ну-ка дай-ка я тебя пилю. Стены замучили. Пять минут до конца смены. Опять ничего хорошего не сделал. Ой, я тут рубанул. А где? А куда улетело? Фига себе, по-моему, насквозь там дело пропилил. Ну ладно. Но так мне легче будет. Так, кабина иди нахрен. Че, по времени? По времени нормально. Так, туда. Ох, я эту кабину сдам, сколько ресурсов будет. Не то схватил, вот это надо схватить. Ап. Оп. Так, воздух есть? Воздух есть, на 5 минут есть точно. Блин, там еще до хрена компов просто. Блин. В дырку в эту... Летел. Где комп стоять? Мне их сколько-то штук, 22, по-моему, в общем, много. Туда. Что еще, блин, бултыхаюсь тут, как не знаю кто. Так, еще три компа, блин. Мучение-то, а? Мне еще балка этого не смешает. Не балка, не.
пластина. Очень неудобно. Самое хреновое место. Так, стекло я сдам вместе с этим. Пусть оно сгорит. Я даже алюминий из этого коридора не буду добывать. Очень накорячился тут. Смотрите, я всю смену добываю эту кабину чертову. Вот он надо с такими мучениями. Так, все. Есть. Да-да-да-да. Давай туда. Раз. Давай туда. Два. Давай туда три. Почему так много? Потому что это тяжелая скотина. Ее еле прет. Все. Бай-бай. Улетай. Так, с этим разобрались. Коридорчик у меня открыт. Следующим все равно движки разбирать. Но... Че? А, я сказал, скорее всего, ну фига себе, 27 кило. Я такую всю пилотскую кабину отправил. А у меня тут пилотская, складская ячейка, 23 килограмма. Что у нас, кстати, по заданиям? Реактор, СЖО, двигатель, металл. Ну, это еще долго. Тонны металла. Не, ну вот внутри стен. Металл, это, видимо, алюминий. Потому что наноуглерод, то есть чего обшивка в основном состоит. Оно как-то давно уже у меня сдано. Ну, еще бы. Я сколько сдал этих корпусов-то? Так, туда. Что там красненько светится? Светится? Так. И еще рычажок вот этот тот. На салон у меня еще планы есть другие свои. Так, со старым жопа. Минут с лишним. Блин, вот это вот фигня. А, минут с лишним я не продержусь, мне придется покупать нормальное приличное количество. Это плохо. 4 компьютерных терминала я пока смотрел. Минута, да, так я минут не продержусь. Да. Так, пойдем еще что-нибудь вниз отправим. А хреновину всосал, и мне что-то ничего не написал по этому поводу. Может, хоть денег дал, не знаю. Так, ну, лампочки остались. Лампочки, такое дело. По-моему, ничего не дающее. Ну, что скажешь про лампочку? Вообще ничего. Что, вообще ни копейки? Так, 20 секунд, у меня как раз шанс проверить это дело. Все. Бум. 0 эмоций, фунт презрения. Вот так вот оно работает. Ну что ж, в следующем пойдем все-таки движки выковыривать. Как видите, тут все готово. Ну да, вот там чехол еще на них висит. А чехол еще снимать, потому что... Ну, что-то с этим надо делать. Долги, как видите, снимаются четко. У меня ни одна смена не меньше миллиона, то есть, а там 500 чем-то тысяч, по-моему, надо. Так, 60. 60 неинтересно. На 60 я ничего не делаю. Видите, на углерод алюминия надо. И кредиты надо заработать. Вот цели заказа еще долго. Так, чинить ничего не надо. Начинаем смену. Продолжаем утилизацию. Так. Ну, поначалу полная заправка, поэтому вперед. Сварочный аппарат. Тут вот, вот эти системы меня еще интересуют. С ними что-то можно хорошее сделать. Отковырять, например. Так, продать. Пока все это не рвануло. Тут вот, блин, хватает всякого. Вот это странная штука, за что отвечает, не знаю. Ну, когда раз потрошим, посмотрим. А тут, к сожалению, нельзя сохраняться. Вот что плохо. Так, попробовал, сохранился. Но нет, не так все просто в движении. Так. Возможно, спешу. Возможно, не надо пока это было отрезать. А возможно, надо. Так. Вроде тут все. Давайте это дело все-таки распиливать. И сдавать.
Надеюсь, печень ничего не всосет. Если печень всосет, будет печально. Опа, дёрг, пошло. Вот это плохо. Почему плохо? Потому что печь, блин, печь. Печь как пылесос работает. Со страшной силой причем. Я даже не знаю, у меня сил-то хватит у нее отнять. Вырвать, так сказать, из ее жадных лап. Давайте штуки 4 прям сделаем. Причем вот туда. Эрес. Чтоб точно не мимо печи шло, а шло куда-нибудь так вот. Хочу вот эту вот. Еще одну, третью. Я от печи спасу ее. Печи оно не достанется. Давай, пошло. Пошло. Пусть вот туда хотя бы летит. Я хоть как-то это дело спасу. Потому что ну это пипец. Так, тебя мы спасем вот к этому ежу. Я трех тросов печи хватит, ну не печи, а спасалки от печи хватит трех тросов, чтобы печь не втянула никого, да? Так, вот это я, наверное, могу взять вот туда. Ну, так оно пошло как хреновенько, нет, не могу. Ведь оно дергается, но не могет. Так, я понимаю, это двигло. О, смотрите. Не-не-не, печь я тебе не отдам. Блин! Что за обломок был? Я печи ничего не отдам. Печи вообще ничего не светит. Что там? Ага, да-да-да-да. Точно. Туда давай. Так, ничего тут больше не летит в сторону печи. Ну, вот тут есть движок. Его тут надо вниз зафигачить. Все, я надеюсь, долетит. Так, вроде от печки мы все спасли. Но у меня тут есть еще баллоны с топливом. Ну, у меня еще на самом деле есть крышки вот те вот, которые в конце там вот висят, закрывают движки. Но я не уверен, что они мне нужны в печи. Возможно, мне нужны утилизаторы. Вот он, процессор или какой-то. Так, давайте посмотрим. Да, процессор нам нужно. Поэтому все, с этим все. Ну, смотрите, неплохо все прошло. Я разобрал. Трубы там, по-моему, жадная печь всосала все-таки. Потому что там было дофига труб, я сейчас ни одну не вижу. Трубы. Но, возможно, они просто мирно висят. Я просто их пока не вижу. А может, печь всосала. Печами-то надо очень аккуратно. Так, очень маленький док, поэтому бака нет. Нормально, туда давай. Так, тут чего? Что у нас там? 4. Давайте. Сюда как-нибудь. Обработан ценный объект. Наноуглерод. Наноуглерод не очень ценный объект. Просто обшивка. Так, давай туда двумя. Просто останется так висеть, ее каким-то там космическим течением непонятным легко унесет опять-таки в печь. И печь поживится. А мне это не нравится. Мне нужно, чтобы я поживился, не печь.
Давай туда. Куда-нибудь. Да, я знаю, веревки кончились. Но это не страшно, потому что я как раз за ними сейчас лечу. А, мини немножко переработалось. Но теряется металл, какая-то фуфлыжная у меня. Нужно много тонн. Я просто надеюсь, что у меня вот эта каюта центральная, она будет вся алюминиевая. Так, погнали. Кислород. Тросы. Погнали. Have a nice day, да. Ты чё свечишься? Так, здоровую втянула. Да. Ну, вторую тоже сейчас втянет. Ее там крутит, но ее втянет. Так, отлично. У меня лифт идет. Не то, что пугают, очень сильно отвлекают. Так, смотрю на них. Улетает. А нет, не улетает, все нормально. Так, вот тут дохренили он труп. По идее... Процессор, да. По идее, их процессор. Главное, чтобы не жахнуло. Так, стопы. Так. А что, вот так прям приварено? О, какая здоровая конструкция. Фига себе. Так, вот тут не жахнуть по реактору. Это я могу. Так, погнали. Не-не-не-не, не печка, не печка. Не мечтай даже печку. Пошел. Эти балки легкие, они должны хорошо заходить. Так. Улетело. Ну, тебя там всосут. Я надеюсь. Так. Главное, балк в полбу не получит. Ага. Большая балка пошла, хорошо. Отлично. И там вроде ушла. Все здорово. Так, здесь. Вот, внимание, смелый эксперимент. Что трещит? Не понял. Что-то трещало. Смелый эксперимент. Я хочу эти трубы отрубить нафиг. Удастся ли мне? Ну, чтобы не мешалось реактору вот этому вот. Что, удалось, что ли? Круто. Так, пойдем в процессор. Пойдем со мной в процессор. Я думал, все хуже. Вот такая тяжелая труба. Нет, ты легкая труба. Пойдем в процессор. И сейчас материться не будет, сейчас все так отправим. Титан. А смотрите, а где-то утилизацию металла устроил такую нехислую. А, видимо, оно в процессор идет. Ну, в печь, видимо, совсем скрап идет. То есть вообще отстой. А металл идет туда. Разлетелось, видели, от удара. Ну и ладно. Титан, ну по 40 кило, то я замучаюсь набирать. Оно от удара рассыпалось. Ты думаешь, тебя в печь отдам? Нет, не надейся. Так, отлично. Ну что, вот у нас машина превратилась в такой ящичек. 5 минут, согласен. Мне вот покоя наверху эти агрегаты не дают. Морозилка. Которая не знамо как отсоединяется. Возможно, ее как-то вокруг надо вырезать. Возможно, это вообще изжило. Не уверен. Вот это явно стоит на кронштейне. Каковой кронштейн? Мы сейчас отфигачим. Я думаю, все кронштейны фигачу. Опачки, а ты что, ничего не подключено? О, ладно. Ты кто? Топливная труба, ладно. Это и утилизатор отходов. Ой, какая штука интересная. И это все в процессор, как ни странно. Лети. Черт возьми. Так. Ну, уедет. Уедет. А, это то, что у меня тогда зеленым таким противным взорвалось. Mm-hmm.
Надеюсь, меня поведет, она сейчас не взорвется. Так. Давай туда. Так, утилизатор ушел. Что еще? Еще у нас балки, еще у нас вон лампочка висит какого-то хрена. И стоять. Вот лампочка на баржу, но мне за нее ничего не дают. Так. Что у нас тут еще наверху? Вот эта хренотень наверху, я пока не знаю, как до нее докопаться. И что под ней лежит, я тоже пока не знаю. Но давайте пойдем посмотрим. У нас еще пока 3 минуты. Блин, воздуха мало. Я надеюсь, там внизу воздух есть. Внизу, внутри. Внутри воздух, надеюсь, есть. Так. Мусор в печь. Болтается, ты понимаешь. Так. Да-да-да, 5 кило, я знаю. А, у нас вот тут под ней висит, да? Прочный ящик. Чёрта с два, тут висит прочный ящик. Чё хочешь, то и делай. Пойдём в другую комнатку. Возможно, оно где-то там. Ну, очень даже возможно. Тут прям такой, ай, большой гроб. Чёрта с два. А он там. Топливо возьми. Репку возьми. Слушайте, я тогда не знаю, как это собака. Она вот явно надо мной где-то, да? Ладно. Ну, оно либо над тем отсеком, либо над этим. А мы что-то поймем. Вот я и шлюзы вылезаю, это первый отсек. Если она правее, то она над вторым отсеком. Хоп, она правее, она над вторым. Ну чё, надо эту штуку отпилить. Я не знаю, что это такое. Теплоотвод. Не знаю, что за зверь. И как он тут стоит, я тоже не могу понять. Чё, сжёг, что ли? Ну, не тоже рассеиватель тепла. Ну и чё? Зато я вот эту штуку заюзал. Давай, идём сюда. Давайте заканчивать смену. Давайте заканчивать, я не против. Я вам теплоотвод заюзал. И это было неплохо. Так, ты кто? Панель? Структурный элемент. Электрогенератор. Его можно оторвать. 30 секунд. Я его не успею оторвать. Мне еще балку надо будет оторвать. Ну что, неплохо. Что внизу-то? Прям вот. Все, коробок остался. Коробок и реактор. Ну что, неплохо. Я медленно довольно разбираю, конечно, все это дело. Но. Зато без взрывов. Научился. Зяк. Зяк. Генератор СЖО. Ну, терминалов наберу, там до хрена их было. Так. Ну что ж, господа. А на этом тогда серию закончим. У меня что-то ковыряться долго. Я серию сейчас просто запишу, чтобы она не сбросилась опять. А на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.